Ну, конечно, я рад сразу за Сашу, знаете, он долго шел к этому, и наконец это случилось, это большая дата для него, да, то, что он забил 600 голов, я думаю, это важно для его семьи, и немногим это удавалось, и он один из них, так что он суперзвезда в этой лиге, и я думаю, еще будет много голов, много радости у него, так что я пожелаю ему еще удачи, и я рад за него. Насколько было важно именно выиграть сегодня и не испортить ему праздник? Конечно, сейчас очень важна каждая игра. Сейчас борьба идет за плей-офф, все идут рядом по турнирной таблице. И важна для нас эта победа, и важна, что наш лидер сегодня забил эти два гола, что не удавалось последние три игры, да, или там четыре игры забить. И я думаю, все равно тоже он об этом думал, и много медиа об этом говорило. Постоянно, я думаю, каждый день у него это спрашивали, когда это случится. Я думаю, тоже все равно это тяжело, приходится иногда с такими мыслями, но сегодня при своих болельщиках он это сделал, и я думаю, это важный день для него. Он чем больше сцены, тем мне кажется, он больше собирается и именно забивает эти нужные голы в Winter Classic и Stadium Series и так далее. И сейчас тоже нагнеталось. Ну да, он всегда, когда такие важные игры, большие игры, выходит очень сильно заряжен на игру. Это сразу видно с первой смены, да, когда он начал сразу бросать, атаковать, силовые приемы делать. Сразу видно, что он в игре, что он заряжен, что он хочет сделать именно это сегодня, да. И так что я думаю, это все помогло, все сложилось так, как нужно было, и он достиг этого результата.